Это заслуженные аплодисменты, ребят. Я не понимаю, почему все члены жюри вот так... Севуха говорит, им, конечно же, им легко. А Ласточкин вообще оскорбляет мастодонтами какими-то. Я не знаю, ребят, вам нужно собраться. И вообще сложно завершать выступление, особенно после успеха «Двух капитанов». Безусловно, сложно, но так как мы все знаем, в Днепропетровске есть замечательное здание Минора, а это значит, здесь тоже есть наши люди. Кого еще из наших людей вы будете благодарить? Хотелось бы поблагодарить губернатора Одесской области Игоря Палицу за то, что он не имеет никакого отношения к команде из Одессы. И раз уж понеслась, хотелось бы поблагодарить реку Днепр за то, что она отделяет нашу гостиницу от левого берега Днепра. Вы сегодня представляете ближайшее будущее. Вот в самом ближайшем будущем мы все всем залом желаем вам только удачи. Вперед! Друзья, как только мы узнали, что тема нашего выступления – будущее, мы тут же решили соорудить машину времени, чтобы отправить туда одного из членов нашей команды. Сережа, ну мы же договаривались, пожалуйста. Тихо, мы же... Что вы на меня лаете, как те собаки на мопед, а? Я вам говорю, граждане, будущее – это не Верховная Рада. Туда, кого попало, не берут. Поэтому мы туда отправляем самого надежного из нас. Кого? Антона Лирника. А? Товарищи, что вы меня нарядили, как гея в Антарктиду? Куртка поярче, колготы потолще. Антон, но мы же не знаем, что будет в том будущем. Может, в таком виде у вас там получится заработать? В таком виде можно заработать только в прошлом. В смысле? Антон, успокойтесь, я вас... Никуда не лечу, я никуда не полечу, все. Странно, я думал, вы смелый человек. Вот именно. Чего вы взяли? Вчера видел, как вы перед бездомными беляш ели. Да. Ну, Антон, ну не слушайте его. Но мы же обо всем позаботились. Чтоб не потеряться, вот вам карточка приватбанка. Зачем? Там долг 50 тысяч, с ней вас найдут где угодно. Да. Слушай, а кто сделал этот прибор? Гришка наш. Ну, он надежный человек. Ну, когда у него в руках кадила, люди ему верят. Так, подождите. Давайте полечу я. Так, стоп, Шура, что это вы? Ну, я выпил, я на кураже. Так. Саша, вы никуда не летите, вы же даже всех букв не знаете. Но из тех, что я знаю, я такое слово могу сложить, что вы тут все... Так, успокойся. Извиняюсь. Саша... Вы понимаете, что на вас вчера даже Зеленский жаловался? Да? Да. Малой, а ну иди сюда. Резче, давай. Передай Владимиру Александровичу, я дико извиняюсь, неловко получилось. Встань на место уже. Все, Антон, решено, летите вы. Да чего я? Ну потому что мы с ребятами одесситы. А если одесситы летят туда, где хорошо, то есть огромная вероятность, что обратно они не вернутся. Так что давайте, Антон, с Богом. Да куда, шуруй давай. Гриша, скажите, а вы эту машину на ком-то проверяли? Ну а вы как думаете? Нет. Ну так что спрашиваете? Тогда нормально. Анечка, а как вы относитесь ни к чему не обязывающему? Вы имеете в виду Конституцию ДНР? Да. Вот это, конечно, да. Шура, что вы там смеетесь? Покажите нам всем, мы все посмеемся. Да? Ну смотрите. Вот это затевают все вот это я этим людям это и адресовываю. Что? Вот это... Что? Это только, да, я думаю, что не надо никому объяснять.
я на, вот на эти вопросы сами, сам ответил он сам на этот вопрос, а куда, с чем все это может кончиться? Что? То есть это, по-вашему, смешно? Что? В общем так, граждане, как вы поняли, Антона не будет долго, поэтому мы с ребятами сейчас сами покажем вам что-то на тему будущего. Поехали. Стасик, пожалуйста. Друзья, представьте, 2100 год, инопланетяне впервые высаживаются на Землю и делают это, конечно же, в Одессе. Ну вот вам. Мужики, если вы ищете инфекционку, так она там. Да, я бы на вашем месте вашу тарелочку чем-то прикрыл. А то люди у нас внимательные, алюминий все дорожает и дорожает. А, туалет! Так это прямо и направо. Шура, вы еще понимаете? Конечно. У меня тесть, когда выпьет, точно так же разговаривает. О, так скажите им, что есть шикарная квартира с видом на море. $200 в сутки. Ну хорошо, 150. Они умеют торговаться, значит и там есть наши люди. Можете прислать приглашение, а? Друзья, в скором будущем на экраны выйдет фильм «Пираты Карибского моря 5». Но мы откроем вам маленький секрет. На Одесской киностудии уже снимают 6-ю часть. Ну шо, пираты? Азок-Энвей! Так, стоп! Какой Азок-Энвей на абордаж? Тьфу, ты забывай поставь! Граждане, ну имейте совесть, ну 503-й дубль уже, а? Шура, ну вот конкретно вы, почему вы не подыгрываете Джонни Деппу? Сереж, где это видано, чтобы заслуженный артист Украины подыгрывал человеку без звания? Сереж, а я не вижу никаких проблем. Давайте я буду Джеком Воробьем. Левочка. Дорогой мой, то, что вы переболели птичьим гриппом, еще не делайте из вас Джека Воробья. Вам понятно? Граждане, сейчас внимание. Крюк на руке у Яши – это часть реквизита. Не нужно туда вешать свои куртки. И вы, Яша, тоже не мотивируете людей. Стоите им номерки раздаете. Лучше скажите, когда вы с нами рассчитаетесь. Павлик, вам сначала дадут еду, а потом дадут зарплату. То есть нам два раза дадут еду, я правильно? Закройте слово. Граждане, прежде чем я вас пущу в кадр, я хочу вам сказать, вот не дай бог этот фильм провалится в прокате. Тьфу-тьфу-тьфу. Горячая кукуруза. О, зарплата. Так куда? Ну... Так, а ну идите сюда. Все идите сюда, быстренько, скоренько, да. Сейчас с минуты на минуту прибудет Антон, так что давайте, все готовы? Вы готовы? Мужчина? Аня? Сюда. Ну, здравствуй, Днепрокаламойск! Антон, вообще-то Днепропетров. Поверьте, я знаю, что я говорю. Он был в будущем! Антон, скажите, а что там в будущем? Что там с членами жюри? Вот с Игорем Ласточкиным. Ну, у него все хорошо. Ласточкин с президентом на короткой ноге. Ну, с таким ростом, как у Игоря, трудно быть на какой-то другой. А с Леной? С Леной что? Лена Кравец? Да. Она премьер-министр. Да ладно? Да, да. Теперь Юлия Тимошенко на корпоративах пародирует Лену Кравец. А Сивоха, скажите, что? Сивоха? Да. Скинул 40 килограмм. Да не может быть. Да вот, пожалуйста, протокол. Гражданин Сивоха при задержании скинул 40 килограмм и скрыл. Да что ну такое? Не может. Антон, меня интересует, что там с Потапом? Все нормально. Спит. Как спит?
Ну, он первый человек, которого заморозили в криогенной капсуле. Слушайте, а как его выбрали среди миллионов людей? По просьбам этих миллионов. Антон! Ну вот, жюри понятно. А что будет в будущем с Украиной? Какой курс доллара? 8. Да ладно? Да, 8 людей за доллар, да. 8 людей за доллар. Подожди. 8 людей за доллар. Ну все равно 8. Больше, чем за доллар. И это еще на черном рынке. На черном рынке, о господи. А что будет с нашими дорогами? Наши дороги самые известные в мире. В 2022 году украинец за рекордные 20 минут переплыл яму на трассе Одесса-Киев. Какой красава, а? Молодец. А? Антон, скажите, когда правительство перестанет обворовывать людей? Да. В 2036 году. Хорош. Потому что в 2035 году у народа тупо закончились наличные деньги. Ну, они хоть были. Кстати, Антон, по поводу денег. Можно вас? Будущее будущим. Нас интересует настоящее. Скажите, а когда нам с ребятами вот за эту лигу смеха начнут уже платить? М? Вам не будут платить. И в чем тогда суть этого мероприятия? Ну, выйти в следующий тур. А, в следующем туре нам будут платить, да? Нет. Ну, а если мы выйдем в финал, дай бог, то там нам будут платить? Нет, но в финале будет банкет. За счет организаторов. О, вот это мотивация! Вот это нормально! Поехали! Что будет в будущем с нами? Давайте вместе представим. Одесса, мама, ну не город, а мечта. Все так же шумно море бьет от берега. Одесса, мама, мама, даже сквозь века. Для нас, конечно, будет самая-самая. Граждане, чтобы вы нам были здоровы, спасибо. О, Боже, мама, мама, я скажу...